Кошек бросили на произвол судьбы. Такие подозрения закрались у пенсионерок, проживающих в 4-м комплексе нового города. Одна из них, Надежда Ведякина, сегодня пояснила нашей съемочной группе, что в помещениях здания 407 с торца, где раньше была молочная кухня, провели ремонт, установили новые двери и окна. Женщина опасается, что в итоге в заперти оказалось сразу 5 кошек, которым, возможно, нужна помощь. Все вот тут вот жильцы, я в магазин ходила, мы подкармливали их. Потом, видимо, это здание выкупили, и вот, видите, сами все сделали, закрыли их, и они там уже 2 недели сидят. Пенсионерка утром повесила здесь объявление-записку, но ее сорвали. Кроме того, не раз обращалась в администрацию соседнего магазина, который расположен в этом же здании, чтобы они разобрались в ситуации. Мне сказали в магазине, в директор магазина, что МЧС приезжали, но ничего не сделали. А дальше куда обращаться? Я уже звонила всем. Уж не знаю, куда.